Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, есть его разного сорта видео, не только анбоксинги, но и Asus, Sephora, Shein, китайский, корейский сайт. Поэтому, если вас интересует такого рода контент, beauty, lifestyle, fashion, пожалуйста, не забудьте подписаться, оцените это видео и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю 3-7 раз в неделю. Привет, друзья! Кто бы мог подумать, что совсем недавно, буквально неделю назад, мы с вами делали распаковку Юбитик Мантли декабрьской. И я вам тогда жаловалась, что очень уж они медленно идут, но у нас уже март, считайте, а мы только декабрьскую распаковывали. И вот сегодня, совершенно неожиданно, еще одна появилась на моем пороге Beauty Monthly. Они поменяли коробку, судя по всему, оформление. Beauty Box, здесь сейчас просто написано Beauty Monthly, а было просто BB, насколько вы помните. Короче говоря, друзья, это корейская коробка красоты, корейский beauty box, который я получаю каждый месяц, и плачу за него примерно 40 канадских долларов. В него входят всегда только полноразмерные продукты. Сколько их, я, честно говоря, не знаю, всегда по-разному, но где-то, я бы сказала, где-то 6, 5-6 бывает точно. Вот, и давайте открывать. Это распаковка, мы всегда с вами вместе открываем. Я просто предполагаю, что это январская пришла коробка, я не знаю, так как она полностью запечатана. Сейчас я приготовила нож, и мы с вами будем открывать и смотреть непосредственно, да? Так, надеюсь, что это январская, я ничего не перепутала. Так, все правильно, январская. Вот так вот выглядит наполнение, мы его не видим, это всегда сюрприз для нас. Так, с Beauty Monthly каждый раз идет вот такой вот буклетик, который перечисляет там продукт, который мы получили, плюс цены. Я сейчас пока не буду в него смотреть, потому что чтобы был сюрприз, но по ходу, как мы будем открывать и смотреть, что мне пришло, я буду вам цены называть, потому что так, ну, чтобы сразу, да, не отходя от кассы. Так, сникер разрываю. И первое, что я достаю, это от бренда Pretty, только он пишется по-другому. И это вот такие вот салфеточки для снятия макияжа. Прикольный такой дизайн у них. Вот это всякие брокколи, тут капусточка. Все, что мы так любим, да. Зелененький, очень красивый мятный такой цвет. Мятный, фисташковый, цвет авокадо. Короче, друзья, здесь, я так понимаю, 30 салфеточек. Я такие салфетки не использую для снятия макияжа с лица. Я их использую для снятия свотчей с руки. То есть, когда вам снимаю вот эти всякие обзоры палеток, вот только что я сняла Huda Beauty, да, и как раз у меня была вся рука в свотчах, вот такие салфетки я использую для вот такого назначения, но никак не для лица, потому что это слишком-слишком, они бывают травматичными для лица, я не люблю тереть вот так вот, чтобы как бы и так кожа вокруг глаз очень деликатна, и с этим надо быть крайне аккуратным. В общем, вот, это первое, но я рада, потому что я их все равно использую. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Так, это написано 14 американских долларов, все в американских долларах здесь указано, 14, вот. Ну, довольно, я бы сказала, это дорого для таких салфеток. Так, идем дальше. О, друзья, мейкап айтем. Короче, здесь в основном, я забыла сказать, что здесь в основном уходовая косметика. Это может быть уходовая для тела, для лица, либо для волос даже. В прошлый раз нам шампунь пришел. Итак, смотрите, это от бренда Beauty Treats. И это жидкий айлайнер, это подводка жидкая. Отлично, супер, она полностью запечатанная. Я так понимаю, что она в черном цвете, как в основном всегда бывают подводки, да? Так, ну супер, и этот продукт мы будем с вами пробовать непосредственно в отдельном видео, где я пробую корейские и японские продукты, вот, так что отлично. Давайте посмотрим, сколько этот айлайнер стоит, и стоит он 12 американских долларов, да, здесь написано, что он в черном цвете, он матовый, и он waterproof, что означает, он водоустойчивый. Так, идем дальше. Как интересно. Еще один продукт от Beauty Treats, от этого же бренда. Как прикольно. Так, это праймер-спрей с алоэ, огурчиком, ромашкой.
Вот, смотрите, то есть вы этот праймер-спрей брызгаете как в качестве праймера до того, как начать наносить макияж, да? Да, здесь написано, это база под макияж. Так. И, кстати говоря, написано, что не обязательно, что этот спрейер может быть использован в течение дня, вот так вот, знаете, освежаться. У меня всегда подобный спрей есть с собой. Я его всегда с собой ношу, тем более сейчас, когда мы носим масочки, и хочется в течение дня освежить лицо и увлажнить его дополнительно, правильно? Вот. Кстати говоря, это написано, что он сделан в Тайване, как интересно. А это вообще корейский бренд или нет, интересно? Так, я не знаю даже, корейский это или нет, это было бы странно, если бы они прислали, не корейский бренд, в корейской подписке красоты, да? Как считаете? Так, вообще, я не знаю, написано дизайн в Калифорнии, но сделан в Тайване, это очень странно, если честно, то есть получается вот этот, этот получается то же самое, раз это этот же бренд. Да, дизайн в Калифорнии, а сделан в Тайване. Друзья, это очень странно, вы не находите? Корейская коробка красоты. Но я не против, на самом деле. Если вы помните, когда мне присылали с сайта Yes Style посылку на обзор, помните, у нас там были и одежда, и аксессуары, и мейкап. Так вот, там мне приходила такая с Hello Kitty дизайном помада для губ, но это помада, которую можно использовать и в качестве румян, и в качестве подложку под тени непосредственно. Так вот, она тоже была из Тайваня, и она очень-очень хорошая, поэтому я как бы не против. Просто очень странно, что в корейский бьюти-бокс пришел тайваньский продукт. Так, хорошо, идем дальше. Насчет этого, кстати, спрея, я вам говорю, что я буду... Это очень хороший размер. О, это пластиковая бутылка, то есть ее с собой носить прикольно. И здесь 80 мл, идеально, чтобы в течение дня освежаться. Я, наверное, скорее всего, буду вот так его использовать, потому что, праймер у меня и праймер есть у меня другие. Так, опять Beauty Treats. Так это что такое? Это получается... Кроме вот этого корейского, получается Beauty Treats, весь бокс. Так, это, между прочим, бальзам для губ. Бальзамы для губ мы здесь любим в нашем доме. Так, это, значит, сладкий миндаль. Отлично, просто потрясающе. Написано с витамином Е и так далее. Так, сделано в Тайване. Друзья, как странно. Это может быть такая вот тематическая коробка тайваньская какая-то. Я просто удивлена. Ну вот, отлично. Я бальзам для губ обожаю и всегда ими пользуюсь каждый день и по 10 раз в день. Этот бальзам для губ стоит 8 американских долларов. А вот этот я вам не сказала, это тоже 8 стоит. Так, идем дальше. Друзья, вы сейчас обалдеете, это очень странно, но еще один бальзам для губ, вот этот, смотрите, то же самое, только в другом запахе, жожоба, два сразу, и причем здесь как бы здесь нет этого в списке ингредиентов. Короче, друзья, я что-то не поняла. Это они по ошибке положили, это, или это реально так должно быть? Так, кто получает битик масла, пишите мне срочно, потому что если это они двойное по ошибке положили, я, конечно, не против, и они разные, или, может быть, это так и должно быть. Ну, в общем, это тоже стоит 8, отлично, я не против. Так, дальше. Дальше, друзья, я вижу один из продуктов, который я просто обожаю, я вам его всегда рекомендую, это от бренда Cosrx, и это, друзья, патчи такие для прыщичков, в общем, вы на ночь клеите его, и нужно, чтобы как минимум 8 часов он у вас посидел на прыщичке, утром отклеиваете, прыщичек ушел абсолютно, это просто miracle, то есть это чудесный какой-то продукт, на самом деле это не только Cosrx такие делают, но Cosrx это самый популярный, мне кажется. Здесь их аж 24, и они все разных размеров, в зависимости от того, насколько большой и маленький прыщички.
Вот этот продукт просто потрясающий, я обожаю, я его, кстати, сама покупала время от времени. Но их надолго хватает, а у меня прыщики очень редко бывают, поэтому вот. Этот стоит 6 американских долларов, 6. Так, ну что, остался последний продукт, давайте смотреть. Сейчас, секунду. Вот, выглядит в таком вот сатиновом мешочке, очень красивого такого цвета, румяна здесь это называется цвет. Так. И это, какая она приятная. Это масочка для сна на глаза. О, вот такая очень приятная, такая сатиновая. У нее вот здесь такая рюшевая, стретчи, то есть она тянется, да. Слушайте, ну я масками такими не пользуюсь, но никогда не знаю, может быть начну. У меня на самом деле есть уже так, не такая, а другая масочка тоже из, приходила мне тоже в Beauty Monthly, с пингвином. А вот такой сатиновой нет. По-моему, нет. Или есть. Но я ими не пользуюсь, друзья, поэтому она у меня пока будет лежать. Может быть, я даже подарю ее кому-нибудь. Посмотрим. Но вообще очень-очень приятно по ощущениям. Я знаю, что эти маски супер популярны. И ну, они могут пригодиться, на самом деле. Ими особенно любят, вот, например, в самолетах пользоваться. Это, кстати, классная тема, да? Вот. Это как бы само по себе предупреждает стюардессу, что, чтобы не беспокоить вас. Вот, кстати, надо писать, сколько она стоит. 8 американских долларов она стоит. Так, ну что, это все. Слушайте, друзья, ну, я не поняла, почему было 2 бальзама для губ, но, может быть, это так и задумано. Очень хорошая коробка на этот раз. Вот это симпатичная штучка. Посмотрим, может быть, даже в качестве подарка хорошо. Вот это вообще просто гениальный продукт. Я вам сильно его советую. Cosrx. Дальше эти я непременно буду использовать. Это мы с вами будем пробовать в видео про мейкап. Классно, я рада. Я вообще жидкие подводки в последнее время полюбила. И она обязательно пригодится. Вот это классная тема тоже. Это я буду использовать в качестве освежающего спрея в течение дня. Ну, и вот этим я очень рада. 2 целых пришло. Кстати, здесь они даже... А, нет, у них оба номера 508. Да, и вот, пожалуйста, отлично, отлично. Увидите у меня их в пустых баночках, с удовольствием использую. Так, ну, пишите мне, что вы думаете насчет Beauty Monthly январской. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь, пожалуйста. Я получаю бьюти-боксы каждый месяц. Мы с вами разбираем. Всегда распаковка, неожиданность, первое впечатление, первые реакции, выводы. Короче, у нас тут весело, замечательная, позитивная компания. Вот. Оставляйте свои комментарии, я их с удовольствием почитаю, пока будем прощаться. Желаю вам всего хорошего и увидимся в ближайшем будущем. Пока-пока!